Ну, короче, дорожным рабочим из Мосводоканала огромный привет, петухи. Я вас, когда буду видеть теперь на дороге, буду просто в жопу ебать. И все ваше руководство, конченые пидорасты. И те, кто отвечает за состояние наших дорог, пидорасты. Всех вас нужно ебать в жопу, гондонов конченых. Как вы, блядь, вообще можете вообще так делать? Едем 60 км в час в крайней правой полосе, мазафака. Ну просто, да, пиздим Жорой. Жор, расскажи, что мы пиздили? Мы пиздили... 2 миллиона перекинули на карточку. Да, мы пиздили про 2 миллиона долларов. И тут такая, короче, хуйня. А люк и вырезанная ровно дырка. Ну и что вы думаете в итоге? Мы въебали диск! Вот оно! Вот оно! Показывай, где диски ебали. Вот оно, как красиво. Вот он наш красивый. Ну давай передай привет дорожникам, как бы, если бы не они, мы бы не встретились. Дорожная служба молодцы, да, так держать. Хуярьте, да, ломайте всю дорогу. Вот, так что такая хуйня, короче. Так что будем, блядь, делать диск. И потом только отсюда поедем. Потому что дорожные службы, еще раз, вы все мудаки. До свидания.